такая интересная выставка старых игрушек наших известных, ну, звезд, телеведущих, актеров и так далее, спортсменов, проходит здесь на одной из линий ГУМа. Пойдемте посмотрим. Семейные ценности – важная составляющая философии Боско Ди Силии. Ди – это то, что делает нас сильнее, формирует характер и отношения к жизни. В каждой семье есть вещи, которые передаются от родителей детям. Они несут в себе тепло и любовь предыдущих поколений. Часто такими реликвиями становятся игрушки. Советские пупсы, старинные машинки, плюшевые мишки хранят в себе удивительные истории, из которых складывается семейная летопись. Наши друзья, любимые клиенты Боско Фэмили с удовольствием поделились дорогими сердцу игрушками и их историями. Среди них известные актеры Ирина Лаферова, Константин Хабенский, Сергей Шакуров, Дарья Поверенова, Леонид Александр Ярмольник, Александр Олешко, Евгений Стычкин, Ольга Сутулова, Арина Шарапова, Елена Малышева, Светлана Кузнецова, Владислав Третьяк, Елена Веснина, Алексей Ягудин. Результатом этой доброй инициативы стала выставка, которая интересна и детям. Мишка Евгения Котова. Это мне 49 лет. Почитайте. Классно.
меня такой, если кровати. Thank you.
Thank you.
Ну вот здесь я и закончу свою сегодняшнюю прогулку. Всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Как всегда, я приглашаю вас подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья, добра, удачи, благополучия. Пока-пока, до встречи. Добрый день. Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале и приглашаю в ГУМ. Вот такая интересная выставка старых игрушек, наших известных, ну, звезд, телеведущих, актеров и так далее, спортсменов, проходит здесь на одной из линий ГУМа. Пойдемте посмотрим. Спокойной ночи, малыши.